С вами говорит представитель канала Drone Media Decorporation Studio Дрон-Дрончик. Представитель канала Дрон Моча Дрон-Дрончик. Просто пацан Number 2 на Руси Дрон-Дрончик. А также официальный представитель движения Deadpool Fund, Deadpool Foundation. И, во-первых, хотелось бы всех поздравить с великим праздником, великим, мероприятием, которое случилось в 2016 году, 14 февраля. Это скорбь, день национальной скорби. Мы забывать такое не имеем права. В том году вы могли подумать, что Deadpool Fund ничего не делал, не работал. Но нет, фонд работал. Фонд занимался кропотливой работой, потому что нас подвели спонсоры. Некая Лиана М. убрала все, блядь, и спиздила деньги на памятник, куда-то смылась. Это цыганские народности, мы их знаем прекрасно. Но, тем не менее, 2 года плодотворной работы дали свое. Наконец-таки, в этом, 2024 году, в день этой трагедии, когда просто обычный молодой там баский пацан спас нам и потерли пацанов других и русских, и казахов, и лесбинов. Он был один, а хохлов были просто куча там. Вы понимаете? И он пошел, он не побоялся, не то что вы, блядь, диванные войска, ибо сидите там, нахуй, нажигаете химаря своего на это. Он пошел один против всех. Он пошел на эти орды и он отдал свою жизнь, да. Но он не просто так это сделал. Он спас жизни многих. Один за всех, все за одного. Это непростые слова. Ведь история пацана с Авдеевки по имени Дэдпул, она вам о чем-то, блядь, должна говорить. И сегодня, наконец-таки, достойным образом, почти в память героя, нам удастся. Наконец-таки были собраны деньги, разработан макет, содержал в строжайшей тайне. И, дорогие друзья, официально Deadpool Fund при поддержке Drone Media LTD Corporation Studio готовит вам представить по смерти памятник Deadpool в городе Самаре. Собственно говоря, здесь стоит памятник таким знаменитым самарцам, как Фон Вакана, точнее, блядь, Петр Алабин, губернатор нашего города. Вот только сними героя нашего, вон он, покажи, вот стоит. Это мужик много сделал для Самары, ему такой памятник не попахали. А Deadpool, он много сделал для всей России в целом. И государство не выделяет денег, не выделяет грантов, ничего не хочет делать. Только простые люди наши, русские, можем собраться и почтить память героя достойно. Ну что ж, блядь, уже поняли, что ни на кого не надо рассчитывать, поэтому мы и сделали Deadpool Fund. Ладно, пора разогольствовать. Сделаем Deadpool, ура! Открываем памятник. Сейчас я покажу вам. Там немножко темно, поэтому я выключу немного сейчас. Собственно, скульптурная композиция состоит из Дэдпула. Как вы видите, Дэдпул — герой Донбасса, просто лаконично. А вон там на маленькой красной табличке «Годы жизни». 1924, 2016. Простой пацан умер молодым. Но и всем он запомнится нам молодым. Ну ладно, что ж, вот здесь находится, я думаю, вы поняли. Да, пошло, да? Извините, звезда все прорвалась. Короче говоря, ребят, плоды 2-летнего нашего труда, они здесь представлены. Все жители Самары могут ознакомиться с ним. Место в самом центре города, еще раз, с видом на Волгу, с видом на Великую Русскую реку. В этом знаменательном месте мы увековечили память героя. И я считаю, небольшой похвалы это заслуживает. Что ж, ребята, я с вами прощаюсь. Всем удачного дня, Дэдпула. Помните своих героев, ребят, помните Дэдпула и помните, за что он воевал. Все, всем пока, подписывайтесь на канал и донатьте Deadpool Foundation, чтобы мы еще больше развивали память персонажа. Ссылка на пожертвование будет в описании. Я помню, я горжусь. До свидания.